почетную миссию. Вручение партийных билетов предоставляется председателю Демократической партии Мариан Ильичу Лупу и почетному председателю Демократической партии Дмитрию Георгиевичу Дьякову. Партийный билет вручается Дудорову Николаю Харламовичу. Наконец-то Дудогов очень долго сопротивлялся стать партийным товарищем. Поэтому пусть знает. Константинов Дмитрию Георгиевичу. Карасини Демьян Николаевичу. Приглашается на сцену Волков Виктор Николаевич, председатель Камрадской районной партийной организации Демократической партии. Кривой Игорь Иванович, председатель городской организации Демократической партии. Терзий Николай Павлович, председатель сельской партийной организации села Дюзгинжа. Кыса Владимир Михайлович, председатель сельской партийной организации села Буджак. Татар Степан, председатель сельской партийной организации села Кангащик. Ялама Виталий Степанович, председатель сельской партийной организации села Ферапонтовка. Остаетесь здесь. Терапонев. Грек Надежда Георгиевна, председатель сельской партийной организации села Авдарма. Петкогла Варвара Демьяновна, председатель сельской партийной организации села Чехмайдан. Драган Петр Маринович, председатель сельской партийной организации села Кирсово. Спасибо вам. Речан Петр Николаевич, председатель сельской партийной организации села Бешалма. Ясыбас Ярдан Николаевич, председатель сельской партийной организации села Кангас. Величкова Нина Леонтьевна, председатель сельской партийной организации села Котовская. Кирпала Ольга Ивановна, председатель сельской партийной организации села Киселия. Вера Федор Павлович, председатель сельской партийной организации села Светлая. Котовская. Приглашается Гайдаржи Ольга Ивановна, председатель Чадырловской районной партийной организации Демократической партии. Орманжи Георгий Георгиевич, председатель Чадырловской городской партийной организации Демократической партии. Кадын Георгий Георгиевич, председатель сельской партийной организации Демократической партии села Баурче. Арабадзи Иван Федорович, председатель сельской партийной организации села Бежгиоз. Беженар Дмитрий Михайлович, председатель сельской партийной организации села Гайдар. Ольга Ивановна, помогите. Иванова Федора Федоровна, председатель сельской партийной организации села Джалтая. Узун Михаил Иванович, председатель сельской партийной организации села Казаклия.
Николай Иван Федорович, председатель сельской партийной организации села Кирьятлунга. Молодцы, Виталий Михайлович, председатель сельской партийной организации села Копчак. Симпоеж Дмитрий Гаврилович, председатель сельской партийной организации села Тамань. Приглашается на сцену Стенев Сергей Афанасьевич, председатель Вулканецкой районной партийной организации Демократической партии. Дудник Корнел Анатольевич, председатель городской партийной организации Демократической партии город Вулканеште. Кулаугла Елизавета Ивановна, председатель сельской партийной организации села Ятулия. Боев Георгий Владимирович, сельской партийной организации Демократической партии села Чешмикёй. Гергач Иван Михайлович, председатель сельской партийной организации села Карабалия. Фото для истории.